Суд выпустил подозреваемую в крупной взятке экс-чиновницу Ирину Тюрину из СИЗО. При этом ее лишили должности заместителя главы Департамента муниципального имущества и земельных отношений Красноярска и поставили ряд условий. Теперь Тюриной запрещено приближаться к зданию, в котором она работала. Нельзя общаться с сотрудниками мэрии и посещать их корпоративные мероприятия. Бывшей чиновнице также запретили встречаться со свидетелями по ее делу и их адвокатами. В этом списке 50 человек. Напомню, Ирину Тюрину подозревают в получении взяток от предпринимателей. Ее арестовали в октябре прошлого года. Дожидаться суда бывшая чиновница будет дома.